привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои видеообзоры сортов перца. В предыдущем я показывала вам сорт «Ласточка». Вот это сорт «Венти». Это сорт для открытого и защищенного грунта. Можно высаживать хоть в теплице, хоть в огороде, просто в открытом грунте. Это очень ранний скороспелый сорт. От всходов до начала плодоношения всего 95 дней. Куст компактный, высота всего 45-55 сантиметров. Я до этого вам показывала, когда тут были завязи. Но сейчас я вам хочу показать, что весь он уже поспел. В конце июня, начале июля у меня вот этот перец весь уже спеет. Так что он нужен для получения раннего урожая. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, с нежной тонкой кожицей и великолепных вкусовых качеств. Сладкий, сочный. В технической спелости он красный. Масса плодов 70 граммов. Сорт устойчив к ряду заболеваний. И очень хорошо он себя ведет, как и при пониженных температурах. Короче, весной, когда вы его высаживаете, может быть тепло, может быть холодно, он все равно цветет, завязывается и плодоносит. Очень урожайный сорт. Тому, кто любит получать ранние урожаи, вот рекомендую сорт «Венти». Он у меня будет в каталоге вместе с томатами и другими перцами. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий видеообзор сорта «Венти».